Новая уличная выставка «Больше чем» откроется в парке «Каменный цветок» в эту пятницу. В этот раз ее посвятят севастопольцам. Тем, кто каждый день старается сделать наш город лучше, не требуя ничего взамен. Но это люди, которые занимаются детьми-инвалидами, например, или детьми из интерната. То есть есть у нас спортсмен, который занимается их спортивной подготовкой. У нас есть девочка, которая занимается бездомными животными. У нас есть люди, которые строят парки. У нас есть люди, которые занимаются развитием велоплощадок. Но таких людей оказалось немало. Среди героев выставки – журналист, старший редактор информационных программ независимого телевидения Севастополя Елена Анисимова. Спасти динопарк от застройки удалось в том числе и благодаря ее материалам. Они выходили в эфире на телеканале НТС 2008 года. В июне 2016 года Елена Анисимова остановила строительную технику, работавшую в той части парка, которую закрыла и пыталась застраивать компания «Консоль». Строители нарушили запрет арбитражного суда, который к тому моменту запретил там проводить любые работы. Журналист вызвала полицию. Общественная организация «Севпарки» готовила экспозицию около месяца. Елена Воробьева выступила фотографом. А небольшие рассказы о каждом из героев выставки готовили Вячеслав Прокопенко, Мария Маркова и Алексей Тихонов. Открытие экспозиции организаторы решили превратить в настоящий праздник. Во-первых, мы хотим собрать всех друзей. Во-вторых, хотим перезнакомить наши общественные организации вот таким неформальным образом. Понимаете, когда вы просто слышите про то, что кто-то занимается общественной деятельностью, и вам кажется, это что-то далеким. А когда на одном месте, в неформальной обстановке встречаются люди, веселятся, пьют кофе, танцуют, они могут и неформально познакомиться. Открытие выставки состоится в пятницу в 18:00. За зажигательную музыку будет отвечать севастопольская группа «Челси Бэнд». Также гостей ждет танцевальный мастер-класс, выступление от организации «Велопобеда», бесплатный кофе и фотографии от фотостудии «Воробушек».